Привет, с вами Киреева Василина. Это вторая часть интро. Сегодня мы будем продолжать делать наше интро. В общем, погнали к нашему интро. Видео с ракетой еще не скоро. Будет оно в следующем видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк. Вот мы и телепортнулись в капку. Пойдем к нашему видео. Так, в конец вот чуть-чуть. Так, штука, удлиняйся. И, ну, примерно вот так. Это у меня видео вообще. Так, видео, да. И вот мое прошлое видео. Вот оно, 8 минут 29 секунд. Вот, кто у нас дальше по списку будет? Так, следующий у нас будет на вот этом круге. Она мне больше всего понравилась. Вот, берем вот этот фон. Вот так. И так, в какую сторону у нас? Вот, да, вот. Значит, она выплывает вот из этой стороны. Вот, из этой, там, где вот из этой. Вот. Нажимаем, добавить ее. Это вообще надо ее прям понюхай в это видео. Понюхай. Как ее? Ну, примерно вот туда. Дальше она. Ну, типа, плывет. Если что, я не на море. Я, наоборот, дома. Поэтому вот. Это просто фото, чтобы сделать интро. Всех просто мне хочется так сделать интро. Так. Вот я фотку исправила. Просто она у меня... Вот, берем вот этот фон. Вот с этими рыбками. И добавим, вляем вот эту. Только потом... Оп! Смотрите, у нее хвост на половин пропал. Вот, ну, примерно так. Сейчас тени я включу. Это что такое там сверху? Инцелестив увеличим. Все, вот. А теперь оттуда она будет выскакивать. И потом наложим музыку. Конечно, я знаю, что интро не должно быть больше 15 секунд. Но ничего страшного. Менее как 13, поэтому... Или аутро. Я не знаю, что такое аутро, но знаю, что такое интро. Это просто как... Ну, на видео. Вот как вы знаете все в мультиках. Ой, я наложение добавила. А что это за... Ой, сейчас я... И давайте вот так поставим. Почему она у меня сдвинулась? Дальше плыви. Ты куда? Рыбёха. Ты рыбёха куда-то плыла. Туда лети. Ты лети ты туда. Наполовину. Все, я туда. Ну, примерно и так можно. Так. И теперь добавляем наложение. Берем абсолютно любое фото. Вот оставляем вот это. И... Так, сейчас я не знаю, сколько у меня еще секунд будет длиться это видео. Вот. Так. Где у меня был текст для футажей? Вот. Вот. Василин Киреева добавлю вот эти три, пожалуй. Они мне очень нравятся.
Так, берем тебя, добавить один. Так, хромакей, розовый. Оп, ну, примерно вот так. Может, как-то затемнить? Затемнение. Нет, затемнять не надо. Сейчас мы еще сделаем анимацию, и будет бомба. Комбо. Давай. Нет, давайте вот комбо, которое. Давайте все лишнее сейчас обрежем, потому что это очень сильно мешает. И все. Вот, кстати, очень подходит. Будет прикольно довольно. Теперь опять это все перелистывать. Вот, видите? У меня все вот эти части для монтажа есть. Поэтому я же говорю, я не умею делать анимацию. Потому что... А вот чтобы сделать такую штуку, это надо зажать вот эту кнопку. Вот эту. Которая мар вроде. Вот, с хэштегом один в разделе, другое. Там, где глазик нарисован. Вот. Сейчас я найду эти фото. Так где они? Они где-то вот перед этими анимками. Вот я хотела еще добавить вот это. Это вот прикольно. Кстати, текст у меня понравился больше всех. Вот. Поэтому сделаем 3 текста. Довольно хватит. Все, хромакей появился. Я думаю, где хромакей? И тени. Вот, пускай... Вот так. Дальше опять будет у нас анимация. Это, кстати, будет моя новая интро. Она у меня даже на канале будет. Я его потом выложу, результат. Вот. Прям после этого видео. Вот. Пускай вот так будет. Какая-то и такая анимация идет. Так. Листаем опять. Опять листаем мою галерею. И вот берем вот этот текст. И все, хватит текстов. Давайте мы это укоротим, потому что а то интро будет слишком длинное. Если оно будет слишком длинное, то мне все будут писать. А я знаю, что интро не должно быть больше 10, ну или как минимум 13 секунд. Поэтому вот. Поэтому давай. Все, давайте вот укорачивать эти картинки с текстом. Вы, наверное, спросите, а как сделать такой текст? Это я делала в приложении стикер для WhatsApp. Просто у меня это приложение есть. Я там стикеры всякие себе делаю. Че оно? Как оно вообще? Так, и теперь тебя укорачиваем, видос. Чтоб видео можно... Ну все, 16 секунд... Так, укорачиваем еще, чтобы анимка была быстрой. Когда она быстрая, мне это... И все. В итоге укорачиваем все лишнее. И у нас получается 9... Ну, почти 20 секунд. Ладно, и так сойдет. Вот, и в следующей части добавим глаза. Сейчас я их добавлю. Просто мне... В общем, глаза уже добавлю в следующей части, третьей. С вами была Киреева Василина и Искорка. Всем пока-пока, до новых встреч. Встретимся в следующем видео.